Да. Здесь вот здесь на самом деле было классно. Ты пошла и вам. И три. И чтобы ты да, все время прорывалась. Это прям супер важно. И у тебя сразу же иначе начинает и сюда заканчивать. Да, да, да. И приди немножко какую-то. Нам нужно понять какую-то очень хотим животную здесь позицию. Может быть, да, да, такая вот, да. Немножечко самка богомола, не знаю, что-то какая-то. Сейчас мы руки найдем, вот. Но то, что здесь у нас есть этот таз и немножко позиция шимпанзе, я не знаю, пока надо искать, вот, тигровая. Немножко встать, прям максимальная концепция. Да, это класс. Смотри, Наташа, только чтобы у тебя был не пироид, а чтобы ты вот отсюда делаешь прыжок, то есть твоя задача просто коснуться пола слева, да, да, и заворачивай бедра, как будто вот кто-то действительно взял и стопу просто у тебя перенес. Вау, да, все длинные вещи, твоя прямая задача, как будто там кнопка, о, да, эту кнопку нужно коснуться, все. Вообще, что мне еще дико нравится, что есть отсылка немножко к бежару. Может быть, из-за твоих белых носков я втягиваю все силуэт. Болеро Карана Сэнли называла. Он там, Хохи, неважно. Есть какая-то в этом такая напряженность, анималистичность. И позвоночник, как такой шланг упруги. Это прикольно, это прям офигенно. Сейчас мы здесь поймем, как мы выйдем дальше. Чтобы ты вот прям здесь все включила, активировала, и это движение на полной краской. Очень и очень неловко, что я, да, что ты как бы закрываешься. Я бы такой как бы добавил грамматин в движение. И в конце концов это переходит в такое даже остервенение, натянутую струну тела, что ты, ага, вот смотри, ты сволочи. Да. Все. Давай вот в длину. Сюда. Такой. American dance. Лето. Вот. Пришли. Соединили, здесь не забывай про сочленение, что сначала ножку тащишь, а потом она у тебя вкручивается в бедро. И вот смотри, не так довела, вкрутила, а по ходу. Да. Чтобы это прям прорываемся. И длиннющие дегажи. Вот насколько ты можешь экстраординарно двигаться. Это все мы помним, голова. Да, классно. Красивые кисти. Опускаемся вниз, потом переходим. Сюда, это тоже все шикарно. Переходим, 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 переходим. Пойдем сюда. Пятый. Сюда. И стремей. О! Да, да. И как бы беги. И подвижи немножко. И дальше. Кто-нибудь помнит? Да, был хип-хоп. Чуть хип-хоп. Как будто он денег прям лежит. Это все замечательно вообще. Да. О, круто! Только здесь, если сможешь, не выворачивать, а все-таки как бы приходить в параллель. И знаешь что? Думай здесь про сферу. Ты как будто в капсуле сидишь здесь. Ха. Да. Да. Чтобы ты прям была параллельность. Ой, как здорово. Как здорово, как красиво. Да, было чуть-чуть получше, когда бы более реально было. О, да, стоп. О, вот чуть-чуть было. Да, классненько, 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 молодцом. Значит, отсюда, Наташа, нужно будет немножко пойти сверху. О, да, прям возьми физически ногу, возьми физически ее. Да, как инструмент. Переведи. Вот тогда вот это фиксируем, это как отдельно. Это было сейчас шикарно. Все. Вам, вам. Да, да, Наташа, чудесно, очень хорошо. Особенно нравится вот этот звериный как бы заход, он прям классный. Наша задача из тебя иногда делать зверька, а иногда делать Диму. Да, сделай как вот. Нет, вот это просто такое другое как бы ощущение, да. А это как бы... Все, оставляем второй ряд. Да? Да, второй ряд.
единственное, что мне было бы очень важно, чтобы здесь ты себя прямо с самого да, и двигай бедра вперед. Хочу ставить спектакль драматический, типа, безусловно, это будет. Вот она была, и как бы типа забить там на хореографию. Хореография только как бы средство расселится. Нет. Мне очень важно, чтобы вот были какие-то мысли именно в тексте. И в данном случае я подумал, это классно, потому что она была женщина вообще не уравновешенная такая. Ее то в одно кидало, то в другое, как творческая личность, но не очень женщина. То люблю не могу, то как бы ненавижу. И в данном случае, если мы найдем некоторые это движение, уже будет победа, чтобы они были на пределе, то есть возможно баланса, будет классно. Это будет отражать суть. Почему не музыка? Мы вообще забиваем. Стоят резиновые на чемпионатах мира и площадях. Да. Такой же. Это было бы классно. И пошла первый, второй, третий. А, да. Чем это у тебя, да, происходит экстра? Экстремально. Очень здорово. Мне очень нравится. Еще надо сжать пальцы и забыл про второе. Второе, самое главное, это расфокус. Если у тебя получится, прям по сторонам. Это больше, больше какой-то, мне кажется, такой точечный. Естественный какой-то, как да. Тело двигается, такая вот. Ты прям вот пробуй, но если ты отделишь голову от тела, то получится ощущение, что ты прям реально потерялась. Поставила. Сделала большой. Перехожу. И вам. Вау. Стою. За первый трели. Вышла. И первый, второй, третий. И бам.
И два. Угу. Пять, шесть. Подходит. Попей, перец. Ага. Все, далее. Идем правой, левой. Сюда. Переход. Да? Воу. И ты еще как-то очень талантливо здесь делала. У тебя типа там она назад даже выходила. Прям во, освобождай. Во, 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 во. Класс, 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 класс. Чем ты больше будешь из центра вынимать их, да, я, может быть, тогда будет лучше. Значит, это у нас получится. И сели там. Да-да-да-да, да-да-да-да. Тим, ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба. Здесь прям вниз раскрывайся. И дальше переход и сюда, и сюда, да, со слайдом, да, чувствуешь. И дальше здесь просто открываешь ножку от руки, толкнуться в кулю. Все. Видишь, что ногти гораздо сложнее, да. Чем руки. Да. А зритель как вообще? Он не переживет. Значит, мы делаем тан-тан-тан-тан-тан. Блам-чи, блам-чи, фу, а, и бам. И вам, и вам, и вам, и ап, и хам, вниз, бам, потом отсюда трин, 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 пауза, и потом трин, 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 рам, па, па, пи, па, я, па, я, па, пи, па, 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 я, па, пи, па, 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 я, та, ти, та, там, я, па, па, пи, па. Да, 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 да. Шипан. И воу. Шихтан. И ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потом легла. Открыла колено. Доехала. Вышла. Статуя свободы. Ха, тебя обломили. И вот ты сейчас очень классно делаешь. Прям такая. Немножечко. Да, да, да. Опять зверидная манера такая. Такой был клип Beyond Survivor. Они такие напряжены. Женщины, да-да-да-да-да-да. У меня такой очень спортивный дух немножко, как бы боевой. Это прикольно. Бум. Здесь как бы держи, держи, держи. Несись, все. И дальше представь себе, что ты супер борец за права всего угнетенного человечества. Да, да, да. Хоп, здесь стоять, готовая как бы к удару. Все. Очень серьезный танец и очень нелепый конец. Мне нравится. Все, давайте, может быть, соберем. Как-то по возможности. Давай музыкально начнем. Давай, давай, чек, музыкально. Это значит, все было хорошо, это мы уже про это все сказали. Здесь очень хорошо разминал. Здесь не торопись, чтобы у тебя было именно вот эту руку опять используй, крылосовую подбитую.
крыло. Да, прям открывай, как будто. О, смотри, Наташа, все очень здорово. И она превращалась в крыло. И здесь вот у тебя вот еще раз повторюсь, глаз, и ты этим глазом на нас смотришь и разворачиваешься. Как будто это прям твоя какая-то сила. Прометей. Принес огонь. Да. И его опять двинули, обломали. Последний раз сделаешь? Еще знаешь чего? Ты как будто этот мячик сама вся немножко сейчас была такая, отпружинивала все разы. Это тоже дало хороший эффект. Да. Помечай свою собственную красу. Вот. Здесь чуть-чуть хочется, чтобы ты через прямое. Да. Это такая натянутая тетива. Пять. Воу, отлично. Шесть. Бам. Очень мне понравилось. Можно дать еще чуть-чуть более хищного такого. В качестве, да. Чтобы ты прям говорила. Да. Здесь у тебя были очень прикольно. Руки компактные. Сука рядом с телом. Да. Ты так немножечко шла сюда, выворот на пяткой. Это тоже было очень мне все здорово понравилось. Нужно держать будет ракурс. Два плеча, два бедра. Вот сюда. Нравится больше вот так. Мне нравится через ДВП ручное. Ручное ДВП. Да. Ох, да, чтобы был вот этот момент. И тут, по-моему, ты еще смотрела на свою стопу и потом шла. Во. Ты же там сидел, и все.
всяких наших по поводу босых станций, чтобы было бам. А здесь еще не босая, да? Прямо стал вездесущий. Как вот ветер распространяется с такой с динамикой. Если вначале это запах, вначале те экономики, которые мы поставили, которые очень медленно длится и так постепенно растекать, то здесь ты буря уже. Воу! Бам! Ща! И супер! Хорошо! Бам! Ла-па-пам! Да! Супер! Лам! Ля-па-пи-па-пам-чам! Да! Вау! И...